Запись рубил. Кеза не дропнулась, к сожалению. Уже вторую или третью игру подряд. Тиммейты что-то там разговаривают. Хеллоукают друг другу. Ладно, за Магинис потащим игру тогда. Почему бы и нет, в принципе. С нашим сигнатурным героем. Как будто бы, а почему бы и нет, реально? Ой, подожди, я неправильно кинул. Оп, станчик. Опа. Меня тип хочет забрать очень сильно. Витёк умер. Хорошо. За жадность, кстати. За тупость. За жадность и за тупость. Так, ладно. Не, ну вообще блоки надо уже читать реально, как будто бы. То есть, прям реально уже читать эти блоки. Тип тебе подошел Мелизон, и все. Должен читать то, что он сейчас уже хочет нажать его, этот блок твой. Точнее, удар по тебе. Так, ладно, хилку себе бафнул. Ты на Ямате? Стоп, что? Нет. А, нет, фантомка. Ладно, пофигу. Смотрю, с кем я должен быть на линии. А, из-за квик-кастов я понял, в чем проблема. Я квик-кастами кнопку тыкаю, и сейчас сложно попадать кнопками. Я понял, в чем суть. Слушай, может через магию сыграть, на самом деле, попробовать разочек? На Магинисе. Хотя в любом случае через физу надо играть. Просто выход в магию, так называемый, будет. Они меня убьют, да? Да, больновато. Вагон подстоял, хорош. Да, там типа потыкала эта вещь, капец, неплохо. Так, барьер куплю божественный для начала все-таки. Самый адекватный барьер из всех возможных. Тыкаешь тогда, когда хочешь его себе. И все. Оп. Ладно. Тык. Добрали. Замечательно. Блин, что меня крипы тыкают, а? Черти на крипах. Не тыкайте меня. Не надо. Хорошо, хорошо. Так, ну это так, для профилактики. Угу. Что там, парни? Хотите покликаться со мной? Ну давайте, покликаемся, давайте. Ой, я передумал. Оп. Кликаются, черти, кликаются. Чертовки. Так, я магический барьер возьму. Плюс заряды, наверное, и боевой барьер хочется, и вай хочется, блин, вот все хочется. Все хочется, денег нету. Что делать? Когда все хочется, а денег нету. Фармить надо. Раз все хочется, а денег нету. Меня тип пытается пробить, что ли, через лестницу. Что за легенда? Куда собрался на витьке? Далеко? Блин, я только хилку поставил. Вагон уже несется. Куда-то там. Оп, барьерчик. Так, я за барьером пошел. Я за барьером. Барьер заклинателя, который никогда не собьется в этой жизни. Никогда его не сбить. Зато физовой, кстати, сейчас собьется, походу. Так, подожди-ка, что вы там ломаете нам, а? Ух ты ж. Денежка, отлично. Так, что там, будут подходить ко мне упор, нет? Не, пока не подходит никто, всем пофигу. Да за шо? Не бей меня. Чертовка на хезе, а? Бьется. Здорово.
окружить дишки. Так, хорошо. Стенку поставили, о, ульту получил. Здорово, браза. Нифига себе в этом. Злые шо, капец. Витёк что-то пристал. А, ты без хп на вагоне? Лаки. У меня только-только барьер откатежился. И ты умер, оказывается. За хп следить мы не умеем. Это база. А, ладно. Не понял. Бля, фантом Хез увидел только благодаря турельке, если что. Кстати, умер. И замедленный почему-то, кстати, был. От кого замедленный был? Или показалось, что я замедлен был? Похоже, показалось, ладно. Пофигу тогда. Показалось, показалось. Тогда ладно. Тогда пофигу. Это нормально. А мы, я так и не допушил, да, линию? Оп. Оп. Здравствуйте, парни. Ого. Злой какой, а? На витьке. Блу. Анкаминг. Горит. И шо мне твой каминг? А, на крипов будет проще фармить. Правда, денег меньше, но окей. А чё ты на Виндикте тут забыла? Так, подожди-ка, тут что-то проблематично немножко. У меня хп заканчивается, не? Или вам пофигу? На то, что у вас там заканчивается. Ладно, хилку дропнул. Хил дропнул. Сзади тебя вагон. Все закончилось. Быстро, да? Неожиданно и приятно. На полсекунды поставил. Не хочу умирать, но походу придется. Ой-ой-ой. Это карман, что ли? Да, это карман. Это чемодан, это не карман. Шо он. Все, щиток регенится. Хилку кинул, поживем, почилим здесь. Офигеть, да как? Как это все донает, я не понимаю. Оп. Шо вы голову? Барьер не пробьете головы? Барьер, кстати, пробили, если что. Барьер сейчас остановится скоро. Физовый. Будет приятненько. Шел вон. Пройти он сюда решил. Прикинь. Проходитер этот. Хоп, здорово. Здорово, парни. Как ваши делишки? Надеюсь, у вас все отлично. Капец, я там надамажил их неприятно им. Офигеть. Навесом закинул, конечно, красиво. Это было неплохо, неплохо, конечно, да. Это что такое? Это Иви. Что надо, Иви? Что приперся? Да, он мне этот снес. Блин, кстати, Иви же турельки мне сносят так-то, если буду играть через турели. Вот же первый спел в них срет и все. И нет турелей, считай, никаких у меня. И что он хотел сделать сейчас? Я сути не понял. Ну ладно. Что-то пришел, что-то потыкался. И забил. Так, какие-то звуки выстрела слышу. Звуки файтов. Это у вас? Парни. Кого это файта? Кто ломает? О, вагончика подсейвить. Не знаю, подсейвил, нет. Ну пофигу. Так, плюс валь, отлично.
А, соточка валяется, соточка это нам надо. Соточка это хорошо. О. Бах. А есть валь здесь рядом где-то ведь, да? Была ведь. Так, сейчас восстановим быстренько. Хорошо, поехали. Восстановили валь. Турельку выстрелили, турельку. Турелька, это хорошо. Это нам надо. Так, хотел сыграть через турельки в этой игре. Попробовать. Попробуем. Хотя, конечно, героя Каура вообще нужна. Для турелек. Обязательно. Ох, пошло дело. Еще и хилка моя. Красота. Нормально, посейл вроде бы. Не получилось у Хеза, не фартануло. Анлаки у Браза. Произошел. Соло получается на Ирасике. Соло. Полезный герой и все такое. Да-да. Так, добавочный заряд возьму. Будет две турельки, три турельки. Много турелек у нас будет, очень много. Че хочешь на чемодане? Че пристал? Ой. Ой-ой-ой-ой. Чемодан. Что не так? А все. И даже не задонает, самое главное. Чертам. Не получится задонать даже. Так, что я хотел за 1050 купить? Я уже забыл. Вагон, напомню. Что купить хотелось? Либо выход турельки, либо в героя Кауру. Точно. Но героя Каура важнее будет, чем четвертая турель, явно. Все-таки там ДПС от этих самых турелей повышается очень довольно неплохо. И плюс вампиризм как-никак. Ой, что-то я не туда ее высрал. Немножко. Unlucky. Опс. А-а-а. Оп. Уезжаем отсюда подальше. И все, я фуловый снова. Снова готов драться жестко. За респект махаться. Что ты делаешь, чертич? Фига там бабка фармит, конечно. И раз, и два, и три, и четыре. И вон, что надо, парня. Офигеть. На, все, турельки, ребят, развлекайтесь дальше с ними. Да не, они капец, конечно, какие-то странные ребята. Ого. Ну ладно, я тут вот за валь подойду фиг с вами. Черты. Душат эти души, самое главное. А я забыл, Витёк за врагов играет, да? Хорошо. Записали дело. Ой-ой-ой, а по кому это у нас ульта заряжается, а? А кто это у нас там откисает? Легенды. А, Иви. Говнецо постелил. Так, 3000 на героя Кауру есть. Отлично. Можно и подамажить. С героя Каурой. Можно, можно. Хорошая вещь. Достаточно отличная. Так, снова отпушиваем линию. То есть у нас файты просто бесконечные за респект здесь. А, вы устроили на фиолетовой линии? Ну, тогда я на синий допушу тогда. И к вам пойду сразу же. Успеваю ведь, правильно? Оп. Нифига себе там тип умирает. За секунды. Она уехала типа? Ладно, фиг с ней. Уехала и уехала. Это уже ее проблемы, как говорится, что она там сделала и с кем. Оп, это мой фарм. Это мои крипчики. Это хорошо, это по кайфу.
Да что ж, чемодан на лицо каждый раз ломается, как на него не посмотрю. Турели ломают. Стоп, это он. А, крипы? Ладно, анлаки. Так, турель кяпнутая. До максимального уровня. Поехали. Не выйдешь, черт. О. А турелик дохнут, ребята. Красота. Не-не-не, не надо. Ну, Витёк, ну. Почему такое замедление, Витька? У него же нет никакого замедления больше. Подожди, длительное замедление от удара по земле? У него. У Летис Пыла тоже есть замедление какое-то? Угол атаки, да, замедление передвижения. То есть он мне просто две кнопки дает и нереальное замедление идет просто. Понял суть. Понятненько все. Блин, у меня было 3000 рублей. И проблема в том, что у меня их уже нету. Вот в чем проблема. Ну ладно, сейчас зафармлю. А тут не хватит. 50 рублей всего дали. Плюс зафармить все это дело. Надо плюс заряд. Злутать. Уже хватает, отлично. Я дофармлю пачку. Вот эту вот. И пошли отсюда. Так, лутаю. Плюс один заряд. Отлично. Вагон, тут есть билд на... У вас тут... Виндикт Чизульт. Виндикта билд Чизульт. Что? Она фисовая. А не Чизульт. А я решил магини через магию проверить. Ну, естественно, через билд барьеров сперва, а потом через магию. Во вторую очередь. Должен же быть какой-то реген, как-никак у меня. Блин, просто решили зеленую пушить. Так, впадлу ползти. Давайте просто размен тронами сделаем, да и все. Не супер впадлу туда ползти. Они, по-моему, даже не решили ничего не разменивать, просто ушли оттуда. Легенды. Пушили и забили, типа. Реально легенды. Ладно, пофигу. Оп. Не, ну, кстати... Не, ну, турели нормально там наваливают, кстати, смотрю. Прям нехило так. И сваливать отсюда быстренько. Так, вам помочь здесь быстренько где-нибудь? Поехали к вам. Поехали. Оп. Раз, два. КДР бы, кстати, под турели еще больше сделать. КДР бы побыстрее. Было бы, конечно, неплохо, да. Это что там происходит? Давайте поподсейвить. Оп. А он же не выживет здесь, да? Или выживет все-таки? Офигеть, тут дэмэдж, конечно, взлетает невероятно огромный. Виндикта что-то прилетела, умерла пластиком. Офигеть. Какая срань здесь происходит, непонятно. Ладно, я подвыйду, а то хп маловато. Стало резко. Хп маловато, это как бы заставляет действительно подвыйти отсюда. Изрядка умений, давай на турель возьмем. Хорошо, и пошли отсюда. Я. Ямато зафармит пачку, зафармит, хорошо. Да-да, ладно, подхились, подумаю, что делать дальше. Кстати, второй спелл очень долго длится теперь у меня. За счет кучи магии. Приятненько. Неплохо, нехило так. Так, какой план дальше? Вообще у меня 4 турели есть. Так-то. Как он сквозь стенку пролетел, офигеть. Что это такое вообще? Кто ты, воин? И почему это сквозь мою стенку срабатывает легенда? Офигеть. Послышалось? А, ладно, пофиг. А куда пропало? Есть, она на 10-й минуте переместилась урна.
Чертовка. Ля, крыса на урне, реально. Жесть. Нипон. А ты уверен в своих силах на витьке? Все, закончилась идея твоя. Он с глушителем или с курсой? А, он курсу себя купил. Не, ну курса это, конечно, сильно. Я как раз возле Вали, кстати. Я, по идее, довольно быстро должен к ней подходить. По идее, так. Ну, там где-то далеко от меня. Так впадло заползти. Почему у меня помощь убийцы засчитывается? От чего? Из-за этого помощь убийцы? Да меня там даже нету, в смысле? Да что я киллы лутаю? Виндикта тоже. Каким образом я получаю помощь в убийстве там? Еть. Ладно, пофигу. Угу. Блин, Витёк, черт, бегает за мной. А как бы я заметил, что Витёк с магией просто ваншотает, как будто бы. Хватает дэмэджа ему. Ваншотает героев, смотрю. Прям неприятно, когда я тебя шотаю с магией. Ничего не понял, что хотят. Ну окей, пофиг. Раз, два. Три. И турельки. Родить здесь. Оп, пошло дело. Турельки. Так, ну я барьер успел высрать. От себя. Ага. Я понял. Проблемки есть небольшие. Слишком много магического урона. Проблемка есть небольшая. Как будто надо защиту от спиритизма взять сюда. Обязательно. Плюс спирит мощь добавится тоже. Приятно. Сколько у меня защиты от спиритизма? 59% сейчас? Угу. Ну уже получше явно будет. С такой защитой жить. Сопротивление спиритизму, да? Угу. Чё, ну, блин, колосса брать впадлу? Как будто бы. Мистический отзвук кража здоровья спиритизмом даст, кстати. Кража с плюс сопротивление. Усилит выбранное умение, накладывает замедление на область вокруг цели. После небольшой задержки носит другом. Ладно. Так, а мы Т3 сломали там? Не, мы Т3 не сломали. Зато в синей линии сломали, парни. Крутые, крутые. Ой. Что-то я передумал сюда ползти в соло. Чё, кто куда фармить, правильно я понял? Судя по всему. Оп. Пошло добро. Поехало. Ладно. Это дофармит до меня. Реально, турелька просто фармит крипов в соло. Едь. Кидаешь турельку и просто фармишь дальше. А прикольно так делать, слушай, прикольно реально. Бегаешь на кемпах, просто турельки оставляешь. Даже фармить ничего не надо. Оно само зафармится спокойно. Не, у меня уже турелька восстановилась, офигеть. Чё хотят? Мидбосса хотят. Легенды. Я могу туда турели насрать так-то? На этом мидбоссе вашем. Так, что там в магии надо прикольно убрать? Длительность хз. Усиление моего умения, может быть. Там какие-то ультимейты срабатывают. Капец. А, давай, пофиг. Оп. Довольно быстро должен Рошан забираться. Под турельками, под всей фигней вот этой вот. Красиво. А еще он мне турель одну убил? Ух ты ж. А парень подсейвил, хорош, молодец. Красиво. Не получилось ведь как, к сожалению, Аегу забрать.
Анлаки новички. Ну все. Теперь с кучей турелек идем ломать трон. Даже с руки бить не надо, на самом деле. Идешь и лупишь турельки. Так, одну турельку сюда. Две турельки сюда давай. Три турельки. Еще одна турелька. Ой, ладно, пофигу. Еще турелька. Ля турелька. И хилку родить под себя. И под ней просто стоять. И наваливать еще больше. Отлично. А, они же не должны сюда выходить, по идее. Оп. Блин, но в дамаге там стоять, конечно, тоже впадло немножко. Да капец, срать, срет и срет, капец. Тупо черт какой-то. Так, ладно. Турелька. Говнецо и поехали. Реально задолбал так делать. Да, все, тут смерть. У меня 60% спирит защиты. И у меня 63% спирит урона полученного. Что же за капец-то, а? Не понимаю. Что же за приколы-то такие? Как жить-то? И что мне взять? Сопротивление спиритизму. Мистический отзвук взять? Сидит выбранное умение, накладывает замедление на область вокруг цели и после небольшой сдержки... Еще давай возьму. Пофиг. Надо. Наверное. Наверное, я слышал нужная штучка. Очень сильно. Еще больше сопротивления спиритизмом. Еще больше надо бы. Надо, значит надо. Ух ты ж. Оп. Ладно, я турелик просто настрою здесь везде. Пусть турельки все ломают, к черту. Все, красота. Соло получается. Не, ну слушай, если турельки раз в 10 секунд посирается, как будто бы тоже неплохо сейчас турельки играть. Валят они неплохо. КД всего 10 секунд. Урон игрокам, правда, маленький, но это база. И урон ключевым целям большой. Лечение большое. Сравнительно с командой, игрой, типа. Потому что хилиться мы любим. А пофиг, что барьерный билд, какая разница. И так сойдет, и так. Что там по урону, говоришь? Типа нанесенного урона, мини-турель 10 тысяч. Вагон. Твое лютое. То самое. А вот играл бы чисто турельки, дамажил бы больше. От турели, да? Жучиться на подсосе, да и ульту не крашло. Легенда. Ладно, чисто турели тоже прикольно.